Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива. Скажите, пожалуйста, вы были спикером на интересной сессии, которая закончилась буквально вот только что. Поделитесь, пожалуйста, инсайтами, поделитесь темой, очень интересно. У нас была тема злоупотребления правом в потребительских спорах. Чем она интересна? У нас настолько замечательное законодательство в защите прав потребителей, что, скажем так, граждане не только хорошо защищены, но некоторые начинают использовать законодательство для обогащения. То есть не просто там, знаете, купили товар, он сломался, вы его вернули. А, например, можно там путем нехитрых манипуляций заставить продавца заплатить несколько стоимости этого товара, всякие неустойки, штрафы и так далее и тому подобное. Конечно, это меньшинство таких граждан, большинство просто старается решить свою проблему, но тем не менее, как рассказывали те компании, которые присутствовали на сессии, а это одни из крупнейших ритейлеров, некоторые мошенники или профессиональные юристы поставили такие ситуации на поток и обогащаются за счет добросовестных предпринимателей. Более того, мы, как и обычные рядовые добросовестные потребители, вынуждены покрывать эти убытки компании, потому что они в конечном счете включаются в стоимость. А какие пути решения мы обсудили? Ну, прежде всего, это использование современных технологий. То есть мы должны все споры возникающие разрешать не путем там, переписки через Почту России, каких-то бумажных претензий, а онлайн. У нас развивается онлайн-торговля, много интернет-компаний уже такой инструмент предоставляют потребителю. Гражданину это удобнее, и он, соответственно, сразу видит, как его проблема решается. Более того, у нас были коллеги из Роспотребнадзора на сессии, и они подтвердили, да, что проблема есть, к ней нужно подходить аккуратно, но, опять же, больше акцент делать не на ужесточении законодательства, которое ухудшит положение обычного потребителя, а на развитии различных ИТ-инструментов и механизмов, которые позволят добросовестным потребителям быть также защищенными и компаниям, а недобросовестных как раз загонят, скажем так, в резервацию и не позволят им, скажем так, обогащаться и дальше. Поэтому общий вывод – будем развивать онлайн урегулирование споров, будем мягко совершенствовать законодательство, а граждане по-прежнему будут защищены не меньше, чем сейчас. Очень приятно это слышать. И, наверное, коротко поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от нашей выставки в целом. Какие-то интересные тоже бизнес-сессии вы посещали? Может быть, какие-то интересные стенды увидели? Вы знаете, уже и побывал на выставке на всех стендах, побывал на многих мероприятиях, на части из которых был спикером. Высочайший уровень организации, высочайший уровень экспонентов, замечательное информационное сопровождение. Самое главное, что каждая сессия – это квинтэссенция, выжимка решения той проблемы, которую ставят. То есть, на самом деле, так держать, и, мне кажется, одно из ведущих мероприятий в сфере ритейла. Добавить нечего. Спасибо вам большое за интересное общение. И надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо вам.